Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Вывезли из крепости, из Бреста. Был царапан пулями лафет. Отцу казалось, что надежнее места отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен и разбита пушка. Привязан к щиту, чтоб не упал, прижав в груди заснувшую игрушку. Седой мальчишка на лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидит этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. За все, чем мы с тобой дорожили, призвал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, а там, где отнят у мальчишки он. За 39 земель, в горах Урала, твой мальчик спит, испытанный судьбой. Я верю, мы во что бы то ни стало, в конце концов, увидимся с тобой. Но если нет, когда наступит дата, ему, как мне, идти в такие дни. Вслед за отцом, по праву, как солдата. Прощай с ним, меня ты помяни.